Два года назад Россия торжествующе сообщила миру: «Ура, Крым наш!» А дальше хоть камни с неба. Правда, камни с неба не посыпались, но экономические санкции россияне получили. Сегодня от них страдает каждый житель России. А не пора ли вернуть Крым Украине, хотя бы для того, чтобы избавиться от экономических санкций? С таким вопросом мы обратились к москвичам. Ну, сложная теперь проблема, влезли в нее, трудно сказать, как ее решать. Теперь постоянно будем под санкциями. Помрем ведь. Ну, тяжело под санкциями, а что делать, не знаю. Может, Путина проще убрать? Ну, у меня какие-то вопросы фрукционные, что хотите. Так моя профессия, да. На Лубянке завтра я оказался. Сложно все, да, надо ее как-то решать. Выборы будут, может, как-то выборы помогут. Хотя, понимаете, да, какие у нас выборы. Извините. Я думаю, нет. А почему? Ну, потому что все-таки он российский же был, по истории. Так он и греческий был? Нет, там много крови нашей пролилось. Я считаю, что Крым российский. И нельзя его возвращать ни в коем случае? Конечно, нет. Это стратегический объект. Мы же его фактически украли. Ничего мы не украли. Мы нарушили. Но не спросили же, когда дарил этот Хрущев Крым, он же не спрашивал, согласны ли там. РСФСР перешли украинские земли взамен тоже. Что ж, теперь их тогда будем возвращать вместо Крыма? Ну, это уже провокационный вопрос. Вы меня спросили, я вам ответила. Я считаю, что Крым российский. Это должны решать люди, которые как раз в этом разбираются. Вот. Или народ. А вы как думаете? Надо голосование какое-то провести, референдум. А где? Ну, кто собирается отдавать? Ну, вот референдум проводили только в Крыму. А если это дело касается всей территории Украины, а на территории Украины-то не было референдума, но на всей территории. Ну, вы собираетесь отдавать Крым? Нет, я спрашиваю, надо ли? Ну, наверное, надо. Все-таки надо? Конечно. Нет. Почему? Оль, давай присоединись ко мне. Ну, почему? Потому что это наши границы. Изначально даже семья Романовых отдыхала там и проводила время. Это наши территории. Были войны, и, соответственно, почему мы свой стратегический объект должны отдавать Украине? Если вспомнить и вернуться в историю, Крым, он был всегда границей России. Так он и турецкий был. Он был еще и греческий. Да, но тем не менее, если рассматривать историю, это территория Российской Федерации, соответственно, мы вернули себе свое. То есть мы не украли, мы вернули. Да, совершенно верно. Слово «украли», мне кажется, если поднять историю, Россия никогда ни на кого не нападала. Соответственно, да, это так. И от того, что мы такие большие, красивые, плодородные, ну, все хотят маленькой части нашей прекрасной родной земли. А с санкциями что делать? Ничего, развивать свое сельское хозяйство, строить новые дома. А почему за два года? Вот санкции уже долго длятся, до сих пор никакого импортозамещения не случилось. Почему? Почему не случилось? У нас развивается сельское хозяйство. Где? Где? В границах нашей Российской Федерации. А можете сказать, где конкретно вот развелось, пожалуйста? Смоленская область, Владимирская область. Посмотрите, у нас заработали заводы, молочная продукция, сыры. В молоке молока нет. Кто вам сказал? Давайте посмотрим сертификацию по ГОСТу, что есть в молоке, что нет. 85% вообще это нельзя я есть. Я с вами не соглашусь. Если я считаю, мы санкции вернем, а молока там и не будет. Его как не было, так и не будет. Крым исторически, конечно, принадлежал России, но если его нужно было брать, его нужно было то ли покупать, там, то ли там, ну я не знаю, что с ним делать. Так он и Турции когда-то принадлежал, знаете ли, нет. И Греции. Нет, ну так, как поступили в данном случае, поступать было нельзя, однозначно. Это явно был, ну какой-то, на мой взгляд, подлог, потому что не может быть такое количество людей за, но это та же самая история, что рейтинг Путина, мне кажется. То есть Крым надо возвращать? Его не надо удерживать. Это чушь. Все эти меморандумы, это только под себя кто-то так делает. И мы живем своей историей, и она у нас очень богатая, поверьте.
И я вот уже и детей вырастил, и все, и я могу сказать, что я не зря прожил, что я, вот когда Крым стал наш, ну, не снова наш, он всегда он был наш. И я просто, я спокойно могу с спокойной совестью умереть. А с санкциями как быть? Детям оставите? Санкции, понимаете, это все надуманное. У нас санкции всегда были. Вот в прошлый век, позапрошлый век, всегда, так сказать, копали под огромную территорию России, со времен Ивана Грозного. Я думаю, в такой ситуации наше правительство не откажется от Крыма, потому что это как удар по репутации Путина. Не думаю, что что-то изменится. А ваше мнение каково? Нужно вернуть или нет? Я думаю, что нужно. Ни за что. А почему? А потому что Крым наш. Просто...